Բարև ձեզ, առաջին լրատվականը շարունակում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում եւ կխոսենք երեկվա կարևոր իրադարձություններից մեկի մասին։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը երեկ Բեռլինում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ համատեղ ասուլիսում հայտարարել է, որ անհրաժեշտ է հասնել խաղաղ հանգուցալուծման Հայաստանի եւ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության, ինչպես նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիների ինքնորոշման տեսանկյունից, ընդ որում նշել է, որ այս բոլոր սկզբունքները հավասարազոր են։ Այս թեմայի շուրջ ավելի մանրամասն օնլայն տեսակապով կզրուցենք հոլանդիա-ադրբեջանցի կոնֆլիկտաբան Արիֆ Յունուսովի հետ։ Добрый день, господин Юнусов. Добрый день. Говоря об армяно-азербайджанском урегулировании на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Армении в Берлине, Олаф Шольц подчеркнул, что право на территориальную целостность и право на самоопределение равноценны, и что статус-кво не может сохраняться. Когда вот ведущие государства Евросоюза, Германия и Франция после войны 2022 года однозначно признают факт права народа Арцаха на самоопределение, не означает ли это как бы конкретное позиционирование в процессе армяно-азербайджанского урегулирования конфликта? Нет, я не думаю, что это именно так. Мы скорее должны говорить о том, как армяне и азербайджанцы относятся к тому, что говорят в Европе, ну и плюс еще в Соединенных Штатах. То есть небольшое разночтение к терминам, и это разночтение, они были все 30 лет на самом деле. Азербайджанская страна обращала внимание только на то, что говорится право на территориальную целостность. Армянская страна же акцентировала внимание на право нации на самоопределение. Между тем, в Европе несколько иное отношение. И то, что было сказано господином Шольцем, а также до этого, что говорили, и будут в будущем говорить, это несколько иное отношение. Все связано с процессом переговоров. А переговоры, как вы знаете, уже в последнее время... Владимир Пашинян тоже это говорил, подтверждал, и это было ранее. Они, по сути дела, сегодня должны состоять из двух частей. На первом этапе это переговоры между Арменией и Азербайджаном о взаимном знании, когда на основе признали границ на момент независимости 1991 года. То есть тем самым Армения признает Карабах в составе Азербайджана, признает территориальную целостность Азербайджана. В свою очередь, в ходе переговоров, Азербайджан, особенно после Вашингтонских переговоров и последний вот в Мюнхене, Азербайджан признал о том, что будет начинать переговоры с руководством Нагорного Карабаха по вопросу о будущем проживании, то есть по сути о статусе. Тут надо иметь в виду, что если армянская страна, каждая страна вот этот термин статус понимает очень завышенно. То есть, скажем, в армянской стране слово право нации на самоопределение понимать как право на независимость, в азербайджанской стране вообще отрицается понятие статуса как такового. Или я бы сказал бы так, демонизируется это слово. Между тем, на Западе также объясняли, что вопрос статуса Нагорного Карабаха в составе Азербайджана – это предмет переговоров между самими сторонами. И это может быть самые разные варианты. То есть... Это может быть от автономной республики, как, скажем, Нахчеванская республика в составе Азербайджана, до любого, потому что люди, живущие на территории, тем более люди одной национальности, живущие компактно, они обязаны иметь какое-то государственное управление. Это и есть статус, на самом деле. То есть в Азербайджане, вот мы пытаемся объяснить, есть какой-то ошибочный вот, страх и представление, что вот если дать карабахским армянам какой-то статус, это продолжение сепаратизма. На самом деле, в любой демократической стране, той же самой Германии, которая является федеративной, и в которой внутри страны определены, не говоря по-немецки, земли, а по-нашему регионы там автономные, имеют достаточно широкие права, и во многих случаях, скажем, финансовых и других моментах, они даже независимы от центрального федерального правительства. Здесь несколько иное отношение к этим терминам. Поэтому-то Шольц говорил, исходя из того, что переговорный процесс идет как раз именно в этом ключе. Сначала признание территориальной целостности и взаимное признание, подписали договора между Арменией и Азербайджаном, затем переговоры уже между Азербайджаном и Нагорным Карабахом по будущему факту проживания. Одно другому не мешает и не исключает. Вот что на самом деле имело место в Мюнхене.
А сможет ли Азербайджан преодолеть вот свои комплексы и свой страх именно перед этим термином, международным термином «статус» и под тем понятием, которое вкладывает в это Запад? Это действительно серьезный вопрос, потому что вот сейчас мне очень, не только сейчас, и до этого приходилось много раз объяснять, страх, он все 30 лет преследовал азербайджанцев. Более того, пытался объяснять, что, по сути дела, Азербайджан не был унитарный, как написано, скажем, в Конституции, никогда не был республикой унитарной. Все 70 лет советской власти в составе Азербайджана были две автономные области. С одной стороны НКО, с другой стороны Нахчеванская автономная область. Если в составе государства есть два государственно-автономные области там, или образования, то это уже федеративная республика, де-факто. Но это вбито было в голову, что страна унитарная, не должно быть ничего. А тут еще, когда начался Карабахский конфликт, появился страх перед сепаратизмом, потом пошли другие моменты с талышами, с лезгинами. Этот страх сидит сильно в азербайджанцев. К этому добавился и субъективный момент в лице Ильхама Алиева, который после 20-го года, войны 20-го года, заявил, что никакого статуса вообще не существует, нет, вопрос решенный, и может идти лишь речь о реинтеграции карабахских армян как граждан Азербайджана. Термин очень неудачный и не объясняющий, что такое вообще реинтеграция. Более того, то есть Ильхам Алиев сам еще стал заложником вот того пропагандистского пиара, который он сам же распространял. И эта ошибка привела к тому, что даже вот эти недавние встречи представителей Азербайджана и Карабаха, в азербайджанской власти попытались использовать пропаганду свою как процесс начала реинтеграции, хотя на самом деле ни о какой реинтеграции там и не было. Там решались конкретные социально-экономические вопросы. Ни о каком статусе даже, ни о чем таком. То есть политический момент там вообще отсутствовал. Но тем не менее, вот эта пропаганда, она идет впереди реальных шагов правительства Азербайджана. Сможет ли правительство, потому что когда мы говорим о Азербайджане, конечно, мы должны иметь в виду, что правительство и лично Ильхам Алиева, азербайджане все-таки разные мнения есть. Так вот, сможет ли Алиев преодолеть? Сам он сомневаюсь, но мы должны иметь в виду, что армяно-азербайджанские отношения давно уже особенно после 1994 года, после подписания нефтяных контрактов, мы давно уже превратились из ведущих игроков конфликта, ведомых, грубо говоря, пешка. За нас есть более крупные геополитические игроки. До этого была Россия, а потом подключился Запад, Соединенные Штаты и Евросоюз. И теперь они играют основную роль. У них тоже серьезное разночтение. Этот фактор играет даже большую роль, чем желание армян и азербайджанцев. И вот по вопросу о статусе, если обратите внимание, скажем, Алиев в 20-м и 21-м году категорически все отрицал. Но после особенно встреч в Вашингтоне, там появился впервые разговор о том, что необходимо Азербайджану начать прямые переговоры с карабахскими армянами, руководством карабахских армян, и не просто начать переговоры, а определить конкретно предмет переговоров и поставить вопрос о статусе. То есть карабахским армянам обязательно надо что-то предлагать. Просто так, о какой-то реинтеграции, значит, как граждан Азербайджана, абсолютно аморфные понятия, да еще после 30 лет, то есть предлагаете жить как граждане Азербайджана людям, которые уже 30 лет де-факто не живут под контролем Азербайджана, не знают вообще, что такое азербайджанское гражданство, азербайджанская жизнь, там выросло целое поколение. Значит, с ними нужен несколько иной уровень и переговоров, и даже, я бы сказал бы так, переговорной философии, потому что переговоры это тоже своего рода философия, это не просто так. Там должны быть люди, которые понимают, что перед тобой люди иной формации, иной культуры, иного представления. С ним надо иначе говорить. Не говорить пропагандистским языком, принятым для своего народа. Это серьезный момент. И я думаю, что на ваш вопрос отвечу так, что поскольку в последнее время доминируют западные страны, они, по сути дела, подняли вопрос об этом, то я не исключаю, что на каком-то этапе под давлением американцев особенно, ну и Европейского Союза, Алиев пойдет на серьезные, скажем так, изменения своей позиции.
То есть у Запада и конкретно у Вашингтона есть рычаги давления на то, чтобы Азербайджан и конкретно Ильхам Алиев преодолел свои страхи относительно статуса? Есть такие рычаги. Другое дело, что мы должны понимать, что все-таки на самом деле для Запада сегодня не мы главный приоритет. Главный приоритет, конечно же, Россия. Поэтому-то во всех остальных моментах Запад предпочитает мягкую политику, обходит многие углы. Ну и в том числе, скажем, в отношении того же Азербайджана и того же Ильхама Алиева, закрывает на многие глаза. Потому что сегодня главное это все-таки Россия. Сегодня главное выбить Россию из региона всеми силами, а Россия, в свою очередь, постоянно сопротивляется. То есть, по сути дела, то, что делает Пашинян, это и есть стремление Запада. Это вызывает раздражение в Москве. Азербайджан уходит от этого, от такой политики. Но если он идет на встречи в Брюсселе, в Праге, в других местах, в Мюнхене, и поднимает, так, соглашается на проведение переговоров с Карабахским временем, раньше этого не было, по сути дела, то все-таки давление, пускай и мягкое, но есть. Другое дело, вот мы же, когда говорим о переговорах, мы должны исходить не из того, что сегодня есть, а исходить из того, что переговоры – это процесс. И в ходе этого процесса может многое измениться. Может измениться ситуация самой России. Россия может развалиться. Там всякие варианты есть. И по мере усиления западных стран будет усиливаться и давление. Однако прошло 8 дней с момента опубликования решения Международного суда по Лачинскому коридору, но коридор до сих пор не открыт. И такое впечатление, что Азербайджан не собирается этого делать. Остается выяснить, какую цену потребует за открытие коридора Азербайджан. Вот как раз мне приходилось уже объяснять, что вот в конфликте одной из больших проблем то, что обе стороны иногда создают мифы о возможностях тех или иных международных структур. Международный суд ООН, по большому счету, это не имеет такой возможности. Ну, то же самое, как в Азербайджане поднимали вопрос о 4 резолюциях ООН. И что? То есть это на самом деле, тут понимаете, в любом решении должно быть, есть еще второй момент. Решение можно принять, а как быть с исполнением? Механизм исполнения есть у того же международного суда? Нету. То есть там главное, это вопрос, если страна отказывается принимать решение суда, это дальше должно быть решение Совета Безопасности ООН. А примет ли Совет Безопасности ООН, где, скажем, есть, ну, как минимум, страна России, которая примет вето? То есть на самом деле решение Международного суда это не такой важный момент для того же Алиева. Он прекрасно понимает, что это больше пропагандистский момент. Для него гораздо более важно это конкретные решения Соединенных Штатов и России. И балансирование между ними. Идет вокруг того же Лачинского коридора и еще определенная политическая игра. Поэтому-то решение Международного суда, по большому счету, я, честно говоря, всегда скептически к этому относился и говорил своим армянским коллегам, что не надо так ожидать что-то большого. Главное, если будет изменение, это оно будет связано с действиями, в первую очередь, если конкретно о Лачинском коридоре, это Россия. В Лачинском коридоре все находится в руках России. Безопасность и открытие коридора также это зависит от России. То есть уже даже Соединенные Штаты ничего не могут сделать. Если Россия примет решение, Алиев, конечно же, уберет этих так называемых активистов. Если Россия не примет решение, никакой международный суд сегодня не в состоянии что-то сделать. Надо понимать, это то, что на Западе называют реал-политик. То есть реальная политика, а не пропагандистская. От чего зависит принятие решения об открытии Лачинского коридора в Москве? Заявление Лаврова и Байрамова на пресс-конференции прокомментировала в нашем эфире один из экспертов, и он отметил, что в Москве и Баку понимают, что срок годности действия трехсторонней декларации от 9 ноября истек, и что сейчас предпринимается попытка сформировать новый, так сказать, постмюнхенский документ, и это будет в ущерб интересам Армении. Ну, я бы не сказал, я с этим немножко не согласен. На самом деле, это то, что происходит в Лачинском коридоре, оно не связано, строго говоря, с Нагорным Карабахом. Это связано с политикой Пашиняна. То есть, по сути дела, через Лачинский коридор, вот через все то, что происходит вокруг него, это блокады, это попытка давления на Пашиняна, чтобы он отказался от своей прозападной политики.
Это ведь он, по сути дела, изменил формат. После войны 20-го года был один формат. Отодвинула Россию в сторону Минской группы. Она де-факто перестала существовать. Есть она по-прежнему еще остается. ОБСЕ не приняла решение отменить Минской группы. Просто другое дело, что Россия сама по себе, а Франция с Соединенными Штатами сами по себе. И первое время был московский формат. То есть переговоры шли под эгидой Москвы между Ереваном и Баку. Но вот именно в результате действия Пашиняна постепенно Запад подтянулся. Запад стал принимать активное решение. И сегодня мы видим, что уже в регионе появилась миссия Европейского Союза. Если в прошлом году она была рассчитана только на 2 месяца и для сбора материала по ситуации на границе сентябрьской боя, то сейчас уже она в более расширенном составе. Сейчас будет подписано соглашение, уже конкретный документ о механизме там, до 25 года. Заметьте, до 25 года. 25 года также кончается срок российских миротворцев. Интересно, что Лавров поставил под вопрос легитимность миссии ЕС в Армении в ходе пресс-конференции в Баку. Можно ли считать, что это ответом своеобразным заявление о подписании конкретного договора? Это не просто ответ, это конкретное. То есть все, что происходит в латинском коридоре, вот эта блокация, появление Варданяна, это как раз и ответ России. Это не надо. Давайте говорить, называть вещи своими. Это ответ России. И вы сказали, что Лавров там выразил. Но и Азербайджан, по сути дела, поддерживает политику России. Азербайджан тоже против этой европейской миссии. Парадоксально, что на самом деле Азербайджан, если действительно обеспокоен фактами, скажем, как у нас говорят, нападения или обстрел с армянской стороны, с территории Армении, да, то, по идее, должен поддержать эту миссию европейскую. Потому что миссия европейская, это не вооруженная миссия, это гражданская миссия. Да, там есть жандармы, там есть военные полицейские, но они без оружия. Это миссия, чтобы, информировать, кто нарушил перестрелку. То есть, по большому счету, Азербайджан, если иметь в виду национальный интерес Азербайджана, то он тоже должен быть заинтересован. Более того, Пашинян как раз поставил вопрос также и о том, что в Латинском коридоре были также не российские, а вот как раз международные, пускай ООН, пускай кого-то другой страны. Это все, конечно же, сильно раздражает Москву. Это все понимается в Москве только как стремление выдавить ее из региона. Поэтому-то Москва будет делать все, чтобы не допустить. Но в данном случае возможности у Москвы, конечно же, после Украины резко сократились. Но есть Азербайджан, руками которыми можно оказывать давление на Армению, на то, что Пашинян сменил свой прозападный курс. Что бы ни говорил Пашинян о том, что он уважает позицию России, там исходит, там говорит приятные слова Путину, но на самом деле-то Пашинян уходит в сторону. Более того, мы видим, что даже на уровне министров иностранных дел несколько раз Мирзоян же отказывался ехать, вести переговоры. Это все, конечно, вызывает раздражение в Москве. Поэтому-то вот эта тема латинского коридора, блокады, все, что связано с ним, это, конечно, на самом деле, я бы сказал бы так, не связано реально с Карабахом. Это связано все с политикой Армении, политикой Пашиняна. Именно в этом контексте, в контексте того, что может предпринять Москва руками Баку или учитывая пятый эшелон, который активно присутствует в Армении, чтобы нейтрализовать деятельность мониторинговой группы. Именно давайте поговорим на эту тему в контексте тех событий, которые происходят в Молдове. Я думаю, что я вообще исхожу из того, что появление фигуры Варданяна, оно, конечно же, не было связано с его какими-то альтруистскими, патриотическими намерениями. Так и хотелось спросить у Рубена Варданяна, а где он был все эти годы? Где он был в 2020 году? Почему вдруг он его патриотическое чувство проснулись сейчас? Да потому что нужен новый лидер, не связанный с прежними, с Карабахско-конфликтами. Лидер связан с Москвой более крепко. То есть это был человек явно засланный. Другое дело, что ему нужна была пиар-компания, чтобы поднять рейтинг. По сути дела, вот эта вся кампания со стороны Азербайджана против
персона Варданяна, она была направлена на поднятие его рейтинга. Вот и представьте ситуацию, Азербайджан хвалит Варданяна, хвалит его направо-налево как человека, который готов к реинтеграции и так далее. Был бы его рейтинг таким высоким, там, или он получил бы какую-то популярность? Нет. Враг моего врага – это мой друг. Старая истина. То есть, чем сильнее Азербайджан критиковал Варданяна, чем сильнее Россия отказывался от него, тем больше было понимание, что это фигура. По сути дела, за какие-то полгода он превратился в регионального политика. Серьезную фигуру. И я не думаю, что его надо списывать со счета. И я, если однажды он появится в Ереване на митингах оппозиции, я лично не удивлюсь. Я просто жду, когда этот момент наступит. А что может быть конкретно? Конечно же, в первую очередь речь шла о том, что Азербайджан мог бы повторить сентябрьские бои. Но вот эти миссии Европейского Союза, конечно же, вот этот ход со стороны Пашиняна, это был, я бы сказал, очень дальновидный. И это шаг, который во многом закрыл, ну, если не полностью, то закрыл возможности Азербайджана по давлению. Да, Азербайджан еще, его войска присутствуют на территории Армении, в районе Дюрмука, и не только там. Но сейчас возможности, конечно же, ограничены, потому что эта миссия может легко отследить, кто реально начал боевые действия там, или перестрелку. И это не в интересах сегодня Азербайджана. Значит, остается в Карабахе там осложнять ситуацию. Пускай, то есть доводить дело всегда до... Держать ситуацию под жестким контролем, обострять ситуацию, потому что исходя из того, что в Армении достаточно чувствительно относится ко всему, что происходит на Горном Карабахе. Ситуация там, то есть возможности России сегодня обострять ситуацию в Армении немножко сократились, сузились. Остается сейчас реально на границе, что Азербайджан не сможет сделать. Но вот в Карабахе осложнять ситуацию, обострять и тем самым вызывать особое настроение в армянском обществе, это может. То есть, если что и будет, вот это на Горном Карабахе будет. Несерьезные бои, но такие, которые постоянно, вот, грубо говоря, вот как зубная боль. Вот, болит, болит, но к врачу ты не пойдешь, чтобы удалять. В общем, будет перестрелки, давление, потому что блокада еще какое-то время сохранится. А на конференции в Баку Лавров не исключил внедрение дополнительных технических средств проверки на дороге, которые соединяют Нагорный Карабах с Арменией, хотя и сделал отсылку на трехстороннее заявление, что не предусмотрено создание контрольно-пропускных пунктов. Вот как ни называй, это установка сканера или рентгенаппарата, это контрольно-пропускной пункт. И не столь важна сама установка, сколько то, кто будет стоять за этим сканером. Я думаю, что Лавров это сказал как раз, чтобы, ну, для азербайджанской, скорее, аудитории, потому что эта тема раздутые в Азербайджане до неимоверных размеров, она воспринимается сегодня только в одном ключе. Азербайджан, общество под влиянием этой пропаганды государственной, оно считает, что должно быть там что-то вроде КПП. Территория наша, значит, должно быть КПП. Поэтому что-то должно было сказать. Просто так открывать латинский коридор сегодня, после того, что было, как Алиеву потом смотреть, то есть репутация будет нанесена в удар. Поэтому, чтобы приостановить блокаду, нужно хотя бы вот такой момент. Вот мы убрали Варданяна, мы сейчас требовали, чтобы был КПП, пускай будет там рентгеновский. Ведь на самом деле-то все будет по-прежнему в руках России. Азербайджанский там, тот же Лавров уже сказал, что мы можем, это технически, кстати говоря, действительно не такое сложное дело, но Лавров уже там имел в виду, что будут только российские солдаты. А информация о проезжающих больших машинах, грузах, там, она будет передаваться Азербайджану. Но проблема в том, что это будет в основном машин, которые со стороны Армении. А российские грузовые машины, они же не подвергаются, не будут подвергаться информации, анализу и так далее. Это немножко такой двусмысленный ответ был Лаврова. Почему, кстати говоря, вот это ответ Лаврова об этих сканерах вызвал, кстати говоря, в Азербайджане сильное разочарование.
там ждали несколько другого ответа от него. И если посмотреть вот азербайджанские сайты, информ-масс-медиа, то увидим, что ответ Лаврова вызвал сильное разочарование. Там ждали, что он скажет не о сканерах, а именно о КПП. Этого не сказал. Спасибо, господин Юнусов, за комментарии. Հիշեցնեմ, որ օնլայն տեսակապով զրուցեցինք Հոլանդիայում, զրուցեցինք ադրբեջանցի կոնֆլիկտաբան Արիֆ Յունուսովի հետ։ Շարունակեք իրադարձությունների զարգացմանը հետևել առաջին դրատվականի եթերում։